будущее? Нет. Турнир? Какие у тебя цели? Какое место? Выжить. Любой ценой. Теремки маршала Коня 8. Так строилась история чемпионата Украины 2014 года. Спасибо, Валера. Спасибо большое. Побежал. Вот так готовится. Да. Отстаивать свое звание чемпион Украины 2013. Турнир тоже самое значимое. Здесь все по времени четко проходит? Вкладываемся по расписанию? Точно. Даже да. Раньше. Даже раньше. Хорошо. Можно даже зайти под мячик еще. После гола вам не играла сегодня? Мы готовы. Супер матч по финальному. Это Вальченко и Погода. Я второй судья. Второй судья. Спасибо. Для Булгакова Александра. Спасибо большое. Судья. Кто третий? Я чувствую, он где-то... Она будет третьим, но в другом. А, вот третий. Ай. Мы сегодня все прыгаем. Она просто очень волнует, когда играет. Нет, я просто уже играю с девочками. Молодец. Здорово. Удачи тебе завтра. Ты сейчас будешь болеть за Валеру или за Руслана? Скажи. Мы знаем ответ. Валера. Привет, можно передать? Нужно. Маме и папе, конечно. Олимпийский сборный. Всем мамам и папам. Сегодня президент России.